Утром звонишь, говоришь. Я такой же. То есть проблемы, секреты и прочее. Страшные тайны и истинное лицо. Ты заезжай ко мне в 8, не позже. Я все подготовлю. Займемся нашим концом. На улице март, значит, самое время. Ты там давай попрощайся со всеми. Таксисту скажи, что не надо обратно. Объясни ему, довезет бесплатно. Бутылку не надо, я сам куплю. Доверься мне, все будет, как я люблю. Ты не волнуйся, мы выпьем много. Послушаем, не для меня придет весна. Почитаем вслух Степанову и Цветкова. Я почувствую, когда ты будешь готова, когда Везметинова станет тебе ясна. Провожать нас выйдут соседи и Вера Ивановна. Они будут смотреть на нас по-другому и заново. Будут записывать наш с тобой разговор. Больше не думай о боли. Не нужно. Наш бенефис начинается. Ну же! И вот мы выходим с тобой во двор. Ты посмотришь на эту землю, что мы любили. Я галантно открою дверцу автомобиля. Ты сядешь назад, а я спереди сяду. Верь мне, я сделаю все, как надо. Больше не будет против и за. Больше не будет синеть бирюза. Больше не будет Юрий Лоза. Больше не будет обиженных толп. Ты закроешь ладонями мне глаза, и мы въедем в столб. А под утро я у тебя на кухне, где окурки в пепельнице потухли, где остыла водка в холодной чашке, напишу записку, зови почаще, и поеду в такси домой, представляя строго, как ты спишь на втором этаже под портретом Бога, и витают звездочки над лбом. Я смотрю на дорогу, где пыль поднялась столбом.